Вот он мой Millennium Mall. Mall of Millennia. Шикарный, красивенный. И тут вокруг тоже. Вот этот магазинчик неплохой. DSW Shoe. Ну, такой, простенький, конечно, но такой выбор более-менее есть. Показала сидушку. Так, поехали в красоту. Вот он, центральный вход. Так, он ли сюда, он ли? Маркус Ньюман. Ньюман Маркус. Я обычно через него захожу. Там, конечно, одежонка такая, что ой-ой-ой, цены, конечно, забешеные. Ну, это для тех, кто, у кого лишние деньги, либо кто любит колотить понты. Я беспонтовая, мне по барабану, я мешок на себя одену, и я буду счастлива. Ну так, это грубо, конечно, сказано, но для красного словца. То есть я вообще никогда не смотрела ни на бренды, ни на марки. Я сама себе бренд, сама себе марка, сама себе красавица, раскрасавица. Поэтому, ну, туда заходишь, конечно, у меня там работает знакомая девочка, она работает, подшивает, допустим, какой-то там, кто-то там купил пиджачок там за 5, за 10, за 20 тысяч долларов, там надо укоротить рукавчик, например. Не знаю, сколько она зарабатывает, но она зарабатывает прилично. Ну, я говорю, ручки не трусятся, когда ты берешь укорачивать там 20 тысяч долларов костюмчик какой-нибудь. Она говорит, да, уже привыкла, уже нормально. Хотя, говорит, поначалу трусились ручки. Так что я сейчас пройду через Ньюман Маркус. Пойду куплю себе эту ваплс. Курточка, конечно, хорошенькая, если честно. Курточка очень даже неплохая. Очки шикарные. Вот зашла, и даже запах. До такой степени приятный запах. Какой-то специальный парфюмчик, не парфюмчик. Ну, скорее всего, парфюм какой-то. Такой приятный запах. Такой еле-еле заметный, такой в нос не бьет. Вот вам Ньюман Маркус. Цены лучше не смотреть, потому что это не для среднего. Ну, хотя, с другой стороны, иногда бывает, наверное, что-то. Я, если честно, даже никогда не смотрела. Я когда-то услышала какие-то цены. Ну, зона отдыха. И там дальше. И там дальше зона отдыха. Итак, где мой магазин? Туда я иду, в ту сторону, или туда, в Сваровский вижу. В ту сторону, да, Пандора. Шарфики не ношу вообще, но вот этот вот мне понравился. Во-первых, черно-белый. И вот здесь такие красные. Как он называется? Господи, Exchange. Armani Exchange. 67 долларов стоит. И мне вот этот нравится. Я обожаю вот эту Kate Spade. Нью-Йорк. Обожаю ее стиль. Просто офигеть. Мои любимые маки. Это просто нарисованный, а там маки реальные. Пол вообще обалденный. Это из пластика сделаны маки. Да, пластик. Дизель. Туда никогда вообще не захожу. Alda тоже. Хотя многим нравится. Lucky Brand тоже нет. Это не мое. Это вообще тоже не мое. Splendid. Ray-Ban. И Victoria's Secret. Еще одна отдых. Зона отдыха. Наверху ресторан и кафешечка. Можно поесть, перекусить. Ай, какая красота. Under Armour. Итак, где мой магазин? Вот он мой Apple. Пошли. Коч. Терпеть не могу коч. Вообще ничего не знаю. Вот то, что я искала. Наверное, доллара 23 стоит, не знаю. Сейчас пойду спрошу. Короче говоря, я подошла и говорю, я купила телефон меньше, чем год назад. Она говорит, да, есть гарантия на эти целый год заводская, но чтобы обследовали твой телефон и твой шнур для, ну, как сказать, зарядку, надо записаться, получить appointment. Я записалась, он говорит, ждать надо 90 минут. Я говорю, вы что, сдурели, что ли? Он говорит, ну, можешь завтра приехать. Я говорю, так от меня до вас ехать, это полчаса ехать как минимум.
Вы что, говорю, чарджер стоит $20, ну, с налогами там $21. Я говорю, вот так вот ваша фирма Apple уважает своих клиентов. Они могли бы нанять еще дополнительно людей, если видят, что один человек не справляется. Ну, короче, дурдом какой-то. Просто дурдом. Нас так приучили тут во Флориде, что все быстро, все мгновенно. Оказывается, вот этот Apple, казалось бы, богатейшая компания, наверное, самая богатая компания в мире. И уважение к своим клиентам ноль. Зашла Microsoft. Мальчик стоит этим. В очках и стреляет во всех. Кого-то же он видит. Вот эти вот суматики, наверное, которые были сумасшедшие у нас. Они же иногда кого-то видят. Но они же реально видят. Может быть, на них тоже вот иногда переключают у них зрение и делают им вот такое вот зрение. Потому что сумасшедший человек абсолютно уверен, что он видит кого-то. Что он слышит чей-то голос. Да. И кто-то говорил, что сумасшедшие более нормальные, чем мы нормально. $59 стоит такая сумочка. Я вообще обожаю серебро. Если, конечно, я бы себе купила, я бы это оторвала. Нафиг они не нужны. А внутри вот так вот. Понятное дело, что это не кожа. Ну, такое симпатичное что-то. Симпатичное. Прикольный магазин, тут так все просто, абсолютно все просто. Вот это все висит, деревянные, как сказать. Называется Urban Outfitters. Все просто, но очень прикольно. И, конечно, мой любимый Michael Kors. Куда ж без него? Обожаю его. Ничего не обнаружила новенького, хорошенького. Мак, нет, мне не надо, я не крашусь. Босс, Хьюго Босс, мне тоже не надо. Луис Виттон тоже не люблю. Абсолютно никак не включают его. Сальваторе с кем-то. Прада вообще нет. Абсолютно нет. Сумки дурацкие такие у них. Как будто покрашенные краской для пола. Любовь вообще идиотская. Но для меня просто идиотская. Гуччи обожаю. Гуччи просто обожаю. И Дольче Габбана обожаю. I'm okay. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Очки, конечно, обалденные. Сейчас спрошу, сколько они стоят. Вообще супер. Очки классные, замечательные. Но стоят 1000, почти 1100. Удавиться можно. Итак, Versace, Jimmy Choo, Armani еще один, но другой, понятное дело. Хожу, смотрю на эти, увидеть что-то такое невероятное, иногда такое бывает, что ты думаешь, вот это да. Но пока сегодня ничего не обнаружил. Никогда не забуду, я когда-то в Шанели видела сумку «Надо найти» 100 лет назад. Боже, какая была сумка, двинуться мозга. Понравились манекены вот такие все, уже разрисованные, супер. Итак, я опять в Newman Marcus. Мне очень нравится вот эта юбочка. Юбчушечка очень понравилась. Сумка такая, вроде ничего, но я бы туда что-нибудь добавила. Вот эти вот серые элементы, они как-то нет. Либо вообще ничего, либо что-то поярче. Золото, нет, серебро, наверное, надо было добавить. Сапожки очень прикольные, красивые. С этой вазой офигею, Newman Marcus. Пошли платье смотреть. Просто арт настоящий. Платье стоит $800. А я только что разговаривала с мальчиком, он мне дал корпорейт, главный корпорации офис, дал мне телефон. И вот во всех магазинах Newman Marcus, вот под таким вот их Gasp, они помещают бренд new. То есть вот если, допустим, у вас есть бренд какой-то, вы начали свое что-то и пробуетесь, хотите попробоваться в Newman Marcus, чтобы продавать, то продавать. Вот вам дадут маленькую такую штучку, напишут ваше имя и так далее и тому подобное, как он мне объяснил. Поэтому есть смысл попробовать. Обожаю, шить что-то новое. Вот опять же, чей-то бренд.
Ну вот я бы, например, такое, во-первых, шить бы не стала, во-вторых, не стала бы продавать. Ну это еще ладно. Но вот это вообще непонятно, что. Самая обычная рубашка. И продавать в Neiman Marcus за сотни долларов, я не знаю. Я не знаю, если честно. Вот такая рубашечка, на всякий случай, 148 долларов. Ну, ткань приятная, да, ничего особенного. 1100. Без подкладки. Вот такое вот пальто, не пальто, без рукавов. Хай. Обожаю вот эти куски дерева, серебром и белым выделанные. Это как пластик. Сказочное. Просто сказочное, что. Роберто Ковали. Ну что, измельчал мальчик, измельчал. Все, поехали домой. Не буду я ждать. Не буду я ждать. Еще целый час. Поехали домой. День закончился у меня в тренажерном зале. Сейчас плаваю, потом пойду заниматься. Не плаваю, аж сердце раскакивает. Я, кстати, бросила курить. Сегодня четвертый день. Нет, это не четвертый день. Абсолютно спокойно. Так легко бросила вообще. Так, уже в начале 8 вечера. До пол-8 поплаваю. Потом позаниматься. Итак, напоследок Marshalls. Потом Walmart. Мне там надо кое-что купить. Ой, боже, какой чудесный день сегодня был. Замечательный. Потрясающий вечер, так прохладненько, так приятно. На улице градусов, наверное, 27-28. Не холодно, не прохладно, так вот в самый раз. Хорошо, хорошо. Все, поехали в Walmart. На самолете показать, а точками немножко затянуто небо. Ага, вон он, красавчик летит. Сейчас прямо можно будет до животика дотронуться. Вот он мой LA Fitness. А днем так отчетливо видно. И крылья видны, и животик виден. Все можно прочитать. Сейчас, конечно, темно уже. Ах, какой красавец. Долго ли ездили? Куда? Вот так. Вот так. Итак, пошли. Вон опять. Вон еще один летит красавчик. Вон он. Пока долетит. Итак, Walmart. Громадный Walmart. Совсем недавно все это построили. Давай. Я иду к тебе навстречу. И я несу тебе цветы. Как единственной на свете королеве. Это я пою самолет. Красоты. Я же иду ему навстречу. Вау. Прямо над крышу. Раз, ушел за крышу. И паника все-таки у людей, по всей видимости, началась. Так поздно, 8 часов вечера, я пришла в Walmart, и нет ни одной тележки. Такого никогда в жизни не было. Достала себе тележку. Боже, как... Вот попросила вон мальчик, который собирает тележки, у него подошла и взяла. Так, дайте мне протереть, пожалуйста. Дайте мне протереть ручки. Дайте мне протереть ручки. И пошли. Так холодно на дверях. Опа, ничего не осталось. От ручек ничего не осталось. Все. Тю-тю. Ну ладно, пойдем не протертый, что делать. Мне нужны некие иголки и швейные машинки.